Вот вы услышали, что там произошло? Да, услышали, девочка кричит. В окно посмотрели, там собака. Сразу выбежали. А вы схватили лопату, наверное, свою, которую у вас, да? Лопату себе? Схватил мой клиент. А, клиент схватил, меня, да? Да. И выбежали, догнали. А собаку не догнали? Куда она убежала вообще? Что вы видите здесь собак, которые бегают вот бездомно? Да по всему Саратову собаки бегают. То есть это ничего необычного, что у вас, или у вас редко такое бывает? Да нет, на детей не нападали собаки, эту черную собаку, я так понял, часто видели здесь, но оказалось, это не та собака. То есть тут две собаки таких черных, здоровых. То есть, а они, это домашние или по вашему мнению? Ну, у него или ошейник как? Был, я скорее всего думаю, что у него был хозяин, Ага. ошейник был. То есть просто гуляла без намордника, без всего, да? Да, да. То есть она у вас воспитана, да, дрессирована, ну, да? Гуляй. Вот смотри дальше. Смотри. Во двор. Гуляй. Джефф. Гуляй. Вот дальше смотри. Вот. Вот сейчас вот показываю. Стоять. Гуляй. Вот, Джефф, сидеть, лежать.